Ну да. Развилок. Ну, даунтаун опять. Первый луп. Да, Петля да, первая. Классика. О, ход вышел. А, ну все, посмотрим. О, Альбинес хост. Делал 7-й год. Сколько ему? 20. Русичка, блин. Просто если он делал 7-й год рождения. Какие русички? В институте, что ли? Он 2 года можешь как школу окончить. Ладно, Вагнер не подводит, на Вагнере поеду. Чё у нас там? Опять, да! Ну чё, поставлю чё. Слушай, реально, вот мы с тобой играем уже 3-й раз, не вли... ну, нас не выкидывают, походу. Неужели, блин, столько времени уже прошло? Блин, здесь что-то прям меня... слепстримит. О, там сзади... А, нормально. Ах, классическая петля. Ну раньше все только на ней гоняли, пока вторая петля не вышла. Вторая, конечно. После второй первой кажется вообще типа коротенькая, какая-то скучная. Да, да, вот здесь на второй петле такого нет, по-моему. Да, да, да. Фура. Вот здесь может тоже кто-то... А, нет, здесь не срезать, видишь, здесь антисрез стоит, там стена. Слева стена, видишь, стоит. Если срезать тебя пытаешься. То есть на старых картах это продумывалось, на новых оставили без бортов. А, может потом добавили, да. Хотя, не знаю. Смотри, там навстречку едет. Навстречку едет. Скотина. Сейчас пробьем. Непонятно кто. Да, это было опасно. Я прям по нему по крыше проехался.